это миниатюрная крошка Айви, и она весьма необычный ребенок. Возможно, именно поэтому ее до сих пор не забрали из приюта. Она была последним ребенком, но и это скоро изменится. Ведь за нее собираются побороться сразу две мамы – Джулс и Моника. Невероятно разные. Настолько, что бедолага Айви буквально разделилась на две противоположности. Единственным счастливчиком в тот день стала директор приюта. Первым делом Моника решила показать, как сильно она любит рок. О, она была от него просто без ума. И будь на месте ее Айви, та, что досталась Джулс, она бы наверняка оценила такие предпочтения. Вот только ее Айви была какой-то странной, и музыка Моники ей не нравилась. Более того, Айви оказалась жутко балованной. Впрочем, не менее балованной оказалась и Айви Джулс. Правда, вместо милых подколов эта Айви действовала куда более агрессивнее. Казалось, что она дает волю всем своим эмоциям и совершенно не хочет считаться ни с чьим мнением. Увидь вы этих близняшек, вы бы тоже едва их различили. Неудивительно, почему продавец пришел в замешательство. Монике была непонятна привязанность ее Айви к нежным цветам. Ровным счетом, как и Джулс, не могла понять, почему ее дочери не нравятся пестрые вещи. Они совсем не были похожи на мам и совсем не хотели их слушать. Вот бы им поменяться друг с другом. Тогда все было бы на своих местах. Однако Моника и Джулс даже не думали об этом. Хоть с каждым днем встречали все больше странностей, вроде шипованной зубной щетки, с которой столкнулась Джулс. Моника же обнаружила в гостиной миленький розовый плед, который для такой брутальной девушки был совершенно непозволителен. Да, ей пришлось над ним немного поработать, придав ему более бунтарский стиль. Правда, об этом новшестве она совсем забыла предупредить свою дочь. Бедняга даже растеряла почти все свои зефирки, отчего настроение испортилось. В это же время в доме Джулс стали появляться мрачные вещи, и она знала, чьи они на самом деле. Как бы мамы ни старались посвятить дочерей в свою жизнь, те не собирались меняться. Монике не удавалось сделать из милашки бунтарку. Точно так же, как и Джулс, никак не могла смириться с поведением своей дочери. Они были будто из разных миров. Айви, что досталось Монике, будто была воплощением всего милого. Она то и дело рисовала радуги и единорогов. Моника, живущая в своем суровом мирке, не могла понять такую преданность ярким краскам. Ведь для нее не было ничего милее мрачных тонов и суровости. Вот Айви Джулс ее бы прекрасно поняла. Мир слишком пестрит цветом. Нигде от яркой картинки не скрыться. Единственный шанс дать глазам отдохнуть – заставить телевизор ограничиться двумя цветами. В таком виде все выглядит куда приятнее для Айви. Моника не покидала своих попыток изменить дочь. Ей очень хотелось хотя бы сменить яркий макияж на что-то более грозное. Правда, макияж Моники не продержался и пары секунд. Сама сущность Soft Ivy будто отторгала его. Пыталась ли Джулс изменить Айви? Конечно. Колючая одежда была, наверное, одним из тех пунктов, которые Джулс хотела изменить больше всего. С Айви произошло нечто похожее, что и с Софт Айви Моники. Вступив с девочкой в контакт, милая вещица быстро превратилась в вещь, подходящую ее сущности. Похоже, так просто изменить их не выйдет.
Даже сказки о единорогах, принцессах и всем милом никак не усваивались в голову Е. Айви. Это совсем не помогало ей уснуть. Скорее, наоборот, мешало. Что могло быть хуже радужных кошмаров? Страшные истории на ночь пришлись бы куда больше, по душе дочки Джулс. Но вот Софт Айви до жути их боялась. Особенно история про мрачного человека-крота, что крадется в темноте. То, что Монике казалось забавным, для ее Айви было поводом для стресса. В ту ночь она отказалась спать без ночника. И неудивительно, методы Моники были очень странными и могли напугать не только Айви, но и соседей, слышащих вопли в ночи, которые были для Моники прекрасной музыкой. По правде говоря, Айви чувствовала, что ей чего-то не хватает. То и дело, во снах она видела, будто ей не хватает половины. Хоть и признавать иную половину было сложно. Оставаться самими собой у девочек не получалось. Как бы они ни старались сохранить свою индивидуальность, мамы всегда были против. Моника не могла позволить Софт Айви идти в таком виде в колледж. Ведь тогда репутации Моники был бы нанесен серьезный ущерб. Похожая судьба ждала и Е. Айви. Джулс тщательно заклеивала шипы, которыми Айви была окружена, словно еж. В конце концов, Джулс переживала за безопасность дочери. Упади-то в колледже, могла бы пораниться о свои же шипы, и спорить с мамами было совершенно бесполезно. Лишь в колледже, вдали от родительских глаз, девочки могли оставаться самими собой. И, возможно, они бы смогли гармонично сосуществовать, если бы в колледже не появился новенький. Обе Айви одновременно влюбились в Ника, а это значило только одно. Близняшкам предстоит выйти на тропу войны. И на этот раз не с мамами, а за внимание Ника. Софт Айви пыталась понравиться всем. И даже ее проекты для научной выставки были невероятно милыми. Как, например, свитер, который мог зарядить телефон с помощью энергии объятий. Это было весьма необычно, но работало. Успехи конкурентки не могли не заставить Е. Айви завидовать, поэтому ей не терпелось показать свой проект. Она придумала его прямиком на уроке, сделав из подручных средств тату-машинку. Это было круто. Жаль, учительнице изобретение не пришлось по вкусу. И Е. Айви схлопотала двойку. Впрочем, она не сильно нуждалась в признании. Все, что ее действительно волновало, так это распространение хаоса. Если кто-то слишком много улыбался, это нужно было срочно исправить. Так Софт Айви и лишилась своих маленьких друзей, ведь Е. Айви выпустила их на волю. Девочкам предстояло вернуть беглецов в банку. Вот только методы по поимке были у них разными, и столкновения было не избежать. А еще в тот день они словили разве что по синяку. Одним из заданий в колледже стало воспитание детей, чему очень обрадовалась Софт Айви. Разумеется, о реакции Е. Айви вы догадались. Да, она, мягко говоря, была не в восторге. Но что поделать, задание нужно было выполнить, причем не самостоятельно. Главным условием задания было его выполнение вместе с мамой, что вносило большие трудности для обоих Айви. Ведь Моника имела свой стиль воспитания, а Джулс — свой. Если вы думаете, что Е. Айви избежала помощи мамы с проектом, то вы просто очень плохо знаете Джулс. Она души не чаяла в детях, и задание с малышом ей просто голову вскружило. Она сюсюкалась с ним, будто он был настоящим. Ну и, разумеется, наряд она подобрала пупсу на свой вкус. Девочки были ужасно недовольны результатами своих проектов. Но придя в колледж, у них появился шанс сделать все по-своему. Так они поменялись куклами, даже особо не обсуждая это. А вот у кого действительно были проблемы с проектом, так это у Ника. Вместо куклы-младенца у него был мяч в подгузнике. Было очевидно, что за такой проект он схлопочет двойку. Поэтому Е. Айви решила помочь Крашу, заменив его проект на куклу. Увидев которую, учитель пришла в ужас.
Ей очень не понравился его проект, поэтому Нику пришлось признаться, кто ему помог во избежании двойки. Так и не найдя виновницу, в колледж были вызваны обе мамы и обе дочки. Споры между которыми было слышно на весь колледж. Ясно было только одно. Двум семьям нужно было примирение. И стоило двум половинкам искренне прикоснуться друг к другу, как они вновь стали единым целым. И Айви, наконец, обрела гармонию. Может ли быть так, что где-то есть фабрика, на которой создаются идеальные дети? Поначалу они совершенно обычны, но стоит заказчику добавить свои пожелания, как дети получают идеальную прошивку. Все как вы хотите. Темперамент, внешность, характер. И все это без каких-либо сложностей. И вот вашего ребенка уже упаковывают и готовят к отправке. Самое главное, чтобы в момент отправки ничего не перепутали, иначе может выйти неприятная ситуация. Только представьте, вы заказывали себе ребенка-бунтаря с огненным темпераментом, а получаете какую-то неженку. Ну и наоборот, хотели тихую лапочку, а получили настоящего маленького разрушителя. Наша история как раз об этом. О том, как к софт-герл Айви приехала е-герл-дочь по имени Лори. Да, эта малышка совсем не похожа на ту, которую заказывала Айви, а другой в коробке не оказалось. Самое ужасное для Айви, что фабрика идеальных детей не принимает их обратно. Так что Айви теперь не остается ничего, кроме как быть мамой Лори. Путаница – неприятная штука. Поддержи малышку Лори подпиской и лайком. А пока до Айви, наконец, начало доходить, что теперь от малышки ей никуда не деться. Отличный повод, чтобы показать ей комнату. Конечно, в ней много розового и милых штуковин, ведь Айви ожидала, что получит софт-герл-дочку. Возможно, Лори сможет навести порядок и немного изменить комнату. Чтобы чувствовать себя в ней, как в своей тарелке. Айви, конечно, вовсе не рассчитывала, что комнату будут ждать настолько капитальные изменения. Что такое Айви? Не ожидала, что дочка будет с характером? Да, комната изменилась, но раз Лори нравится, значит и маме понравится. Интересно, как там дела у Мэй? В отличие от Лори, Мэй – нежный ребенок, которому очень важно чувствовать любовь. Попав к такой темпераментной маме, как Мелисса, ей может быть трудновато в доме е-мамы. Даже открыть дверь бывает сложно. Как и в случае с Лори, малышка Мэй тоже навела свои порядки. Так в доме Мелиссы появилась прекрасная, нежная, розовая комната. Более того, Мэй даже маминого друга задекорировала. Таким красивым мистер Костяшка давно еще не был. Не на такого ребенка ты рассчитывала, да, Мэл? Когда твои дети сильно отличаются от тебя, это всегда немного волнительно. Но разве не в этом прелесть, что каждый человек может быть индивидуальностью? Похоже, именно этот урок придется усвоить нашим новоиспеченным мамам. Конечно, можно бесконечно пытаться бороться с детьми, но это бесполезно. Сколько ни прячь от е-герл цепи и кольца, в конечном итоге она все равно найдет, где их взять. Айви еще этого не поняла. Только гляньте, продолжает бороться с собственной дочерью, а могла бы просто принять ее такой, какая она есть. Чем больше Айви пытается изменить Лори, тем большее сопротивление она будет встречать. И уж точно не добьется авторитета у Лори. Что, Айви, тяжело быть мамой? Детям может нравиться разная одежда. Что это? Шипы? Ауч! Но Айви не сдается. Она сделала им с дочерью новые черные футболки, как бы говоря, «Эй, я своя подруга», хотя ей все равно некомфортно. А что это за надпись? Видимо, Лори устроила бойкот и постаралась стереть эту надпись. И знаете, у нее это получилось? Теперь парни на фотографии в розовых юбках.
Может быть, у Мелиссы и мои дела обстоят лучше. Судя по всему, Мал как раз собиралась приготовить ужин. А какой ужин в доме у Е-Герл без предварительного соло на барабанах? Если хорошенько постучать по кастрюлям, еда, по слухам, становится вкуснее. Правда, с тех пор, как в доме появилась Мэй, с этим могут возникнуть трудности. Похоже, она одолжила барабанную палочку для своих нужд. Мелисса обожала свои барабанные палочки, и потеря одной из них стала бы настоящей трагедией. И, в принципе, стала. Так уж вышло, что в руках Мэй палочка обрела не только новую жизнь, но, судя по всему, и волшебные свойства. Да, орудие для тяжелого металла теперь было больше похоже на что-то из атрибутов сказочной принцессы. Ах, бедная барабанная палочка. Мелисса навсегда запомнит тебя такой, какой ты была до превращения. Да, дети могут изменить жизнь до неузнаваемости. Лори собралась перекусить. И, как подобает настоящей бунтарке, еду она выбрала себе под стать. Вот только мама Айви все никак не оставляет попыток повлиять на предпочтения дочери. Розовый йогурт – это не то, что пьют бунтари. Айви вновь встретила сопротивление со стороны дочери. И на этот раз детский бунт не остался бесследным. В том плане, что Лори буквально оставила след, по которому Айви отправилась ее искать. Софт-мама обнаружила дочь в ужасном настроении, явно не настроенную на переговоры. В следующий раз Айви стоит быть помягче и следить, чтобы Лори не пачкалась своей черной едой. Мелисса как раз задумала усилить декор в доме. А что для настоящей Е-Герл может быть лучше, чем целая куча шипов? Вот так, теперь подушка кричит «Не подходи ко мне». Для истинной Е-Герл много шипов не бывает. Эти атрибуты помогут принести гармонию и истинное расслабление. Единственное, что может выбить Мелиссу из колеи, так это острые углы на мебели. Подлый стол не заставит ее плакать. Ничто не заставит ее плакать. А как ты думаешь, как бы выглядела твоя противоположность? Опиши своего близнеца в комментариях. Я русалка, софт-русалка. Смотри прямо сейчас на Трум-Трум-Трик.